Привет! Сегодня рассмотрим карандаш для бровей в светло-коричневом 13 оттенке от бренда Essence. Продукт веганский и не испытывался на животных. На его корпусе не предусмотрено защитных стикеров. Пластиковый колпачок в тон карандаша снабжен щеточкой для укладки бровей и растушевки цвета. Формула средства на основе растительных масел и синтетического воска. Содержит тальк, слюду, витамин Е, натуральные красители и прочие ингредиенты. Грифель средней жесткости с легким нажимом переносил достаточно насыщенный пигмент с нейтральным, больше холодным подтоном. Практически не оставлял комочков и не крошился. Карандаш подошел для подчеркивания линии бровей и заполнения формы, но не для четкой прорисовки волосков. Продукт достаточно стойкий, не отпечатывался на одежде, и цвет мог сохраняться в течение дня, если не прикасаться к бровям. Щеточка позволяла расчесать брови и смягчить их контур, но щетинки средней жесткости стирали часть пигмента. Смывалось средство мицеллярной водой или гелем для умывания. Грифель расходовался быстро. После каждого использования карандаш следовало подтачивать, но стружка легко удалялась, а стержень не ломался. Спасибо за внимание и пока-пока!